Здравствуйте, наши любимые телезрители! С вами снова я, ваш любимый Арай Крист и наша любимая программа «На все 100» на телеканале ТНТ-4. Сегодня мы для вас приготовили массу удовольствий для того, чтобы вы наслаждались нашей программой. Наша главная героиня сегодня совершенно непростая дама. Она любит всегда яркие эксперименты над собой, и мы приготовили для нее очень много интересных сюрпризов. Первое, что с нами работала сегодня наш врач-косметолог, пластический хирург Анна Маринчук. Давайте посмотрим, как это было. Наконец-то сегодня я попаду в руки великолепного человека, мастера своего дела, к Анне Маринчук. Наконец-то, я так ждала этого дня. Анна, здравствуйте. Здравствуй, Арсений, я очень рада тебя приветствовать у себя в клинике. И сегодня мы займемся твоей красотой. Ты и так очень красивая и приятная девушка. Мы просто немножко улучшим твои природные данные. Спасибо, тем более для меня важно то, что я никогда еще ничего такого не делала. Замечательно. Значит, начнем с минимального вмешательства. То есть сегодня мы сделаем ботулинотерапию для того, чтобы разгладить морщины на лбу. Угу. И сделаем коррекцию носогубных складок. Супер, вообще замечательно. Я готова. Все, идем. Пойдем. Красота руками профессионалов. Так, Арфень, наша процедура закончилась. Мы сделали две манипуляции. Это ботулинотерапия и коррекция носогубных складок. В твоем случае это больше коррекция морщин улыбки. Ботулинотерапия дает эффект через 2 недели. То есть на 14-й день эффект считается окончательным. Эффект после коррекции морщин улыбки виден сразу, но в течение 3-4 дней возможен отек. Он будет неявным, окружающие навряд ли заметят этот отек, но ты его можешь чувствовать. Сейчас в течение суток не пей горячие напитки. Если ты хочешь выпить чай или кофе, пей комнатной температуры. Я поняла. Спасибо большое за рекомендации. Сама процедура была не настолько болезненна, как я думала. В общем, все прошло замечательно. Теперь я буду ждать результат с нетерпением. Рада была тебя видеть у себя и желаю тебе дальнейшего прекрасного преображения. Наша главная героиня побывала в руках у хорошего мастера перманентного макияжа Ольги Гариповой. Сейчас уже как-то более все это стало тенденцией 2019-2018 года, и мне кажется, это все только пойдет вперед. Как правильно подобрать себе мастера, который будет делать тебе качественную работу, качественной косметикой работать? Это все какие-то секреты? Перманентный макияж – это современная косметологическая процедура, направленная на то, чтобы девушки, женщины в любом возрасте выглядели безупречно 24 часа в сутки. В своей работе я ориентируюсь на запросы клиентов, естественно. Я узнаю, что они хотят в результате. И с самого начала мы начинаем с подбора эскиза. Его утверждаем, а затем уже по запросу клиента подбираем тот или иной цвет, тот или иной оттенок. И, безусловно, я даю свои рекомендации в зависимости от цветотипа клиента, от жирности кожи. Любая задача, она решаемая. Да, именно. Давайте же посмотрим, как это было. Итак, Арфения, сегодня мы выбрали с тобой процедуру перманентного макияжа губ. Я так понимаю, ранее ты выполняла эту процедуру, но у тебя не совсем устроил оттенок, так как он начал уходить в красный цвет. Сегодня я тебе предлагаю немного изменить цветовую гамму, предлагаю нежные пастельные оттенки, нежно-розовый цвет, и называется он Red Cloud. Сама процедура выполняется в 2 этапа. Это основной этап. Потом мы ждем полного заживления и этап коррекции. Коррекция всегда выполняется по надобности. Работаю я стерильными инструментами. Это модуль, который я при тебе открываю. Что, готово? Будет не больно, я обещаю. Да. Ну, начинаем работать. Существует стереотип, что перманентный макияж губ – это больно, что во время процедуры идет кровь, остаются какие-то раны. На самом деле очень круто, что вы сейчас можете наблюдать сам процесс процедуры и видеть, что на самом деле у квалифицированного мастера процедура проходит абсолютно безболезненно, без ран, крови.
И процедура реабилитации после самой процедуры абсолютно комфортная, без каких-либо огромных корок, то есть легкие шелушения и все. В зависимости от потребности клиента, какой он хочет эффект, легких воздушных губ или помадный эффект, мы можем сделать несколько проходов импортирования пигментов кожи. Мы закончили процедуру перманентного макияжа. Сейчас я расскажу все свои рекомендации, которые необходимо будет соблюдать в течение 7 дней. Ну что, все понравилось? Да, мне все понравилось. Спасибо тебе огромное. Я на самом деле очень переживала, потому что губы – это довольно-таки болезненная часть. И скажу так, у тебя очень легкая рука. Это было очень приятно. Это было воздушно, действительно, как ты и говорила. И мне очень понравилось. И я обязательно захочу и попаду к тебе вновь. Ну и какие же советы дала наш стилист и имиджмейкер Вера Гаврина нашей главной героине, мы тоже сейчас посмотрим, как это было. Добрый день, меня зовут Вера Гаврина, я модельер. И очень рада приветствовать тебя в магазине моей дизайнерской одежды. Сегодня мы подберем тебе интересные образы для твоего преображения. Очень классно, я очень рада. Я на самом деле давно на тебя подписана, наблюдаю за такой эффектной девушкой. И, спасибо. И все свои образы я всегда подбираю сама, и мне очень интересно посмотреть с точки зрения профессионала. Я думаю, что мы с тобой прям хорошо сработаемся, потому что даже сегодня неосознанно мы обе с тобой в стиле гранж одеты, поэтому вкусы сходятся. Да. Будем работать. Вер, у тебя очень-очень уютно, ничего лишнего, все так учтено и сдержанно. Мне очень нравится в твоей студии. Ой, я очень рада. На самом деле здесь представлены базовые модели одежды, из которых мы создадим потрясающие луки для нашего преображения. Давай посмотрим поближе. Давай. Но для зрителей это будет сюрпризом, поэтому следите за дальнейшим ходом нашей передачи. Наша героиня Арфения – ярко выраженный драматик, девушка вампирического типа. Мы подобрали для нее два образа, один в стиле casual, другой вечерний. Это дерзко, это стильно, это подходит абсолютно всем. И вы в этом убедитесь в конце нашей передачи. Арфения, тебя сейчас ждет потрясающая укладка, макияж. Мы с тобой встретимся в финале твоего преображения. Я уверена, что результат тебя просто потрясет на все 100. Ты будешь в фэшн супер дива. Спасибо, я жду не дождусь. Стилист. Красота оптом и в розницу. Коллекция Styling at Olim Professional создана специально для профессионалов, которые любят создавать невероятную красивую роскошь на волосах. Вы сможете создать свой неповторимый образ и получить невероятно красивую укладку от Olim Professional. Что можно сделать благодаря потрясающим стайлингам, мы покажем вам чуть позже. А сейчас мы делаем нашей главной героине шикарное восстановление от Olim Professional. Вы можете делать эту же процедуру у себя дома. Специальная линейка, которая содержит в себе кератиновый уход, дает питание и блеск вашим волосам. Однозначно всегда я люблю использовать эту продукцию именно так. Сначала абсолютно на сухие волосы мы наносим бережно и пальчиками своими красивыми на корень волоса шампунь. В
Следующий этап после мытья шампунем у нас маска с кератиновым уходом. На достаточно густой длинный волос нам потребуется такое количество маски. Маску, как известно, мы всегда наносим на середину и на конце. На сам корень желательно не наносить маску, так как будет утяжелен волос. Ну и завершающий этап всей нашей процедуры сегодняшней и сегодняшнего ухода – это спрей-кондиционер двухфазный, в котором содержится кератин и аминокислоты для увлажнения структуры. Ее можно пшикать прямо даже на корень, не боясь того, что может загрязниться кожа головы. Очень важная рекомендация. Я рекомендую его маленьким девочкам, у которых волосы всегда путаются, особенно в садик или в школу, когда собирают родители. Поэтому это вам всегда поможет. На самом деле волос достаточно густой, и мы с вами заметим даже на камере то, что волос совершенно не утяжелен всеми средствами, которые мы нанесли, а наоборот, они стали более послушными. После роскошного восстановления сделаем роскошную укладку. И, как говорится, любимая моя фраза, клиент готов. С помощью лака ультрасильная фиксация от Olim Professional мы уже завершим наши шикарные локоны. Как правильно нанести лак любой фиксации? При расстоянии от сантиметра 10-15 наносим легким руким движением, и все, мы готовы. На этом наша процедура сегодня с нашей главной героиней не закончена. Мы отправим ее к нашему топ-визажисту на макияж. Наша главная героиня теперь в руках нашего визажиста Анастасия Виноградова. Настя, расскажи, пожалуйста, в первую очередь нашим телезрителям, которые всегда следят за нашими программами, им всегда хочется знать, какие модные тенденции, потому что они всегда любят все самое лучшее, как и наши героини всегда выбирают себе самые шикарные инструменты, косметику и все то, что рекламируем мы. Потому что есть большинство людей, которым нет всегда свободного времени приезжать в салоны красоты, наводить себе красоту. Может быть, есть какие-то секреты у тебя? Этим сезоном модно сияющая кожа, а также розовые щечки, которые можно сделать розовыми румянами. Что мы будем делать сегодня? Мы сделаем сияющую кожу, акцент с блестками на глаза, а также розовые щечки. Будешь сверкать, будешь звездой. Боже, я уже хочу посмотреть на это побыстрее. Пожалуйста, давайте посмотрим, как все это будет. Давайте, мне тоже не терпится. Хочу дать парочку советов о том, как правильно подобрать тон тональной основы. Как мы понимаем, что у нас различие между оттенком кожи и шеей, когда кожа лица темнее или светлее шеи. Потому, подбирая тон, необходимо нанести мазок на шею. И мы не должны видеть при растушевывании вообще что-либо. То есть тон должен плавно войти в цвет вашей кожи. Для того, чтобы правильно нанести румяна, нужно определить центр щечки. Для этого нужно улыбнуться, определить яблочко щечки и прямо на центр наслоить румяна. Все очень просто. Мы больше не наносим румяна под скулу. Забыли об этом. Для того, чтобы создать праздничную сияющую кожу, я нанесу хайлайтер на выступающие части лица. Но не просто сияние, а золотистого сияния придам, чтобы дополнить образ макияжа.
Делая смоки-айс, необходимо сделать основу. Основу смоки-айс составляет карандаш гелевый. Наношу карандаш на веко, растушевываю его, а поверх него накладываю темные тени. Итак, Анастасия выполнила невероятно крутую, качественную работу. Такого макияжа, наверное, я не видел уже достаточно давно, потому что здесь есть все. Красивый эстетический блеск, натуральный сногсшибательный результат, головокружительный объем на глазах. Тут можно перечислить все невероятно выполненные работы только вкусными, красивыми словами. Поэтому хочу, конечно, слово предоставить нашему визажисту. Пусть несколько секретиков еще что-нибудь вкусное расскажет моим телезрителям. Хорошо, давайте расскажу вам о том, как добиться блеска, который бы не осыпался в течение дня. Важно нанести перед макияжем глаз праймер на веки. Затем закрепить праймер гелевым карандашом, который необходимо хорошенько растушевать. Чтобы было бетонно-цементно, нужно нанести матовые тени на веко, а поверх матовых теней жидкий глиттер. И тогда ваши веки будут сиять хоть целые сутки. Прекрасно. Ну что, готова дальше перевоплощаться? Готова. Хочу сказать огромное спасибо, а мы пойдем дальше творить красоту. И вам спасибо. Лично мой стилист-имиджмейкер и стилист-имиджмейкер нашей любимой программы «На все 100» Вера Гаврина сегодня приготовила невероятные образы для нашей героини. Что хочу сказать, что однозначно все последние тенденции этого сезона весна-лето 2019, то, что диктует мировая мода, все собрано в одном прекрасном экземпляре и в одном луке для нашей героини. Разве это не шедевр? Спасибо. Да, действительно, я попыталась собрать все тенденции весны-лета 2019 года, такие как анималистический принт, как возвращение в тренды 90-х годов. Это как раз наша слабость, юность. Да, и броская бижутерия, белая рубашка, кожаные брюки. Все это нашло отражение в образе нашей героини. Арфень, на самом деле у меня есть для тебя еще один подарок, о котором даже не знает вся съемочная команда. Твоя семья здесь, они хотят тебе сделать маленький подарок. Нравится, мама? Да! Ну что, Арфень, ты уже готова посмотреть на себя? Готова. Раз, два, три! Вау! О, Господи, это очень красиво, шикарно. Я обожаю этот принт, я его всегда миксовала, но я сейчас вижу, что вот это идеальное сочетание этого принта. Спасибо Вере огромное. Насчет волос, они шелковистые, ухоженные, красивые, укладка меняется, она не распадается, просто супер. Я вот очень рада, что со мной поработали такие профессионалы. Браво вам! Я хочу, чтобы вашей семьей вы загадали желание и отпустили их в небо. Отпускаем? Да. Раз, два, три! Напишите нам на почту или позвоните по номеру телефона, который указан вот здесь.
И мы перевоплотим вашу жизнь абсолютно с нового чистого листа в более королевскую. С вами был ваш любимый Арай Крист, моя любимая программа на все 100, телеканал ТНТ-4 и моя сильная команда. Пока-пока!